День благоприятен для людей, родившихся в годы лошади и собаки. Хорошо в этот день постигать науку, изучать астрологию, заказать молебен, присутствовать на хурале, лечиться, проводить операцию, совершать подношения, проводить обряд Далхэбаха, устроить праздник, играть свадьбу, регистрировать брак, надевать новые украшения, новую одежду, приглашать гостей, приводить невестку, отдавать дочь невесты и заказывать табан Харюлга. Неблагоприятен день для людей, родившихся в годы мыши и свиньи. В этот день не стоит проводить похороны и поминки. Стрижка волос – приумножению богатства, отправляться в дорогу, к успеху исполнится все задуманное.